Дмитрий, Леонид, Дмитрий. У А3 Дима, либо Дима, участник. А еще раз. Радио 2, Жук, Мария. 27-27, киловатт, Ольга, 85. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя, всем участникам. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя, Владимирский тест. Радио Марий, 4, Харитон, Зоя, Владимирский тест, всем. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя, всем участникам. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя, Владимирский тест. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя, всем участникам. Всем Владимирский тест. Роман Марий, 4, Харитон, Зоя. Радио Марий, 4, Харитон, Зинаида, Владимирский тест. Бой 96. Антон Цапля, всем участникам радиоцентра 6, Антон Центральный, 7. 7 тест, радиоцентр 6, Антон Центр, радиоцентр 6, Антон Центр, Владимирский тест, 7. Всего доброго. Я Роман Антон 3, Сергей Ольга, неактивность СРВС, Роман Антон 3, Сергей Ольга, прием. Всем я Роман Анна 3, Сергей Ольга. Дни активности СРВС, РА3, Сергей Ольга, на приеме. Я Роман Антон 3, Сергей Ольга. Приглашает Роман Анна 3, Сергей Ольга. Я Роман Антон 3, Сергей Ольга. Роман Анна 3, Сергей Ольга, прием. Внимание всем, я Роман Антон 3, Сергей Ольга. Приглашает Роман Анна 3, Сергей Ольга. Роман Антон 3, Сергей Ольга. Пульку фиксирую, установлю. Попозже, может, подойдем. Давай, давай, удачи, давай. Кажется, вы все тут, я не пойду в институт, мне там не нравится. Пойду я в это, какое-то, в училище. Зато уже и были и сварщики, и все, профессионалы. А сейчас, посмотри, никаких ПТУ не стало, ничего. И работать-то посмотришь, вот у нас тут есть заводик, ищут сварщика, ищут токаря, тому подобное. Народ вроде есть, а профессий-то у них нету этих. Они институты покончали, а толку никакого. Деньги за них, как говорится, учились на премии. Да. Как это? А вот как? Я согласен, но как бы мы, может быть, все равно неправильно. В той или иной степени, я думаю, и народ скажет, чего же, сейчас не спрашивай, Валер. Там кто-то что-то подходит, хочет сказать, Валер, давай послушаем. Это Ирина Анна Зинаида. Я рад, что я ФП. Давай спросим, да может там просто для этого. Валер, сам понимаешь, что мы будем другое задевать. Ты там пятый, я скажу что-то. Может, это никому и не нравится. Пусть в скайпах разговаривают с одной стороны, с другой стороны. Кто-то подходил, послушаем, а я раз 4 ФП, может, группы здесь, кто здесь бывает, с Пензы ребята, кто подошел, нет прям. Нет, они отдыхают. Так, хорошо, Валер, все как бы что. Ничего, это сейчас уже неисправимо. Самое все, что за это, то и получили, то и будем получать. И матушка природа, это все эти наказания, не наказания. Во всяком случае, тоже издевательство над природой. Что там? Ты получишь. Ты делаешь, что быть поладой. Понятно. Вчера я тоже одного встретил. Получается, твоего отца, но я-то помоложе.
предел спустить. Давно не видел. Ладно, Сань, давай. ДПП. Мне надоело это, и вот такая возня. Ребят, все доброе. Виктор, спасибо. Видите, тебе мать, Витя. Ага, давай, пока. Опа. Услышишь, подходи. Давай, будь здоров, с праздничком. Так, Юра, что там у вас погода? Снег оставил?